палатку и приехали на скалы смотреть красивый вид и фоткаться. Мы приехали, вон он какой красивый вид. Это мы приехали на самую дальнюю, крайнюю, северо-восточную точку Великобритании, хвостик. Вот на этом хвостике стоит этот, этот лайтхаус. Маяк. Этот маяк, да. И там видны вдалеке острова британские. Вот они далековато, но не в дымке, в общем-то, видны они еще. И мы сейчас пойдем дальше. Вот посмотрим с этого острова, с этого кусочка. Вот сейчас идем дальше обследовать. Такие волнушки на море, да? Пойдемте. Бэйби чайку, а еще я заметила, что чайка и голубь дерутся ради червячка. Там голубь есть? Мне кажется, это чайка кормила чайку. Вон бэйби чайка. Сейчас посмотрю, подойду. Там голубь и чайка. А там чайка кормит бэйби птенчика своего. Ну это не... Это самый большой птенчик. Ну он уже подрос. Он уже подрос. А вот что внизу. Аля, посмотри. Внизу здесь в ущелье. Вот такой берег. Это вот возле маяка. Мы оттуда пришли, от маяка. И вот какая это. Здесь все огорожено, потому что земля обваливается. Мы, конечно, долго не будем скакать на краю. Страшно, да. И там чайки живут на вот этих скалах. А там маленькие птенчики. И маленькие птенчики у них там есть. Где они? Ну вот там на скалах, а там внизу далеко-далеко у моря. Вот мы дошли туда, куда мы шли все это время, куда мы ехали все это время, куда мы очень хотели попасть. Вот эти стакс, эти скалы, море и ребята, обрывы. Ребята, поверьте. Вам нужно знать, если вы поедете вот сюда, то вам нужно знать, здесь ужасно холодно, много какашек, обваливается земля, да и вообще кошмар. Холодно, много какашек, Оля говорит, но какашек много, земля. Потому что вот овцы везде пасутся. Да. Вот везде пасутся, но обваливается земля, поэтому ее ограждают, да, вот то, что обваливается. А так везде пасутся овцы, поэтому, конечно, и какашки. Вот, но самое главное, это вид. Это то, ради чего мы сюда ехали. А самый большой минус, это какашки, ветер, обваливание земли. Ветер сильный, да. Минус. Но зато плюс, то, что мы приехали сюда в один из самых жарких дней. Всего аж 18 градусов, это очень жарко. Нереально жарко, да. Овечки пасутся с видом. Ну, для местности это жарко. Запах морской воды. Прям солью пахнет. Это Северное море. Сейчас мы на краю, на берегу Северного моря. Это северо-восточный, восточная часть. Там даже есть пещера такая. Одна начала уже проседать, видно, подмываться еще кусок земли. И прям там пещера, вот я не знаю, наверное, солнце светит, плохо видно. Ну, в общем, там скоро еще одна пирамида явно будет. Скоро, скорее всего, еще одна обвалится. Ну, вот там, вот видишь, вот там, где земля, и там, вот там, да, там дырка уже. Там явно еще одна пирамида начинается. Да. Покажешь. Показываешь селфи-стик, да? Да, овечки пасутся на фоне. Они синеньким раскрашены. Раскрашены синенькие. Они тут то розовым, то синим раскрашены. Эти синенькие. Страшно, там. Что там? Земля. Побежали? Овечки? Да. Куда-то побежали, да? Да. Вот сисел. Сисел – это символ Шотландии, этот цветок сисел. Да, вот такая красота. Ну, давайте, перепрыгивайте. Ну как, получилось? Да давайте уж скорее, что-то как-то стрёмно. Здесь вот такая вот проходит борозда, и что-то нам немножечко стрёмно, что по этой борозде куда-нибудь следующий лендслайд будет, поползет земля, поэтому... В общем, мы здесь побыли. Ой! До свидания этому дому, пойдем к другому, потому что кто его знает, как долго здесь все будет стоять. Смотрите, я могу делать. Может и 300 лет, а может и меньше. Потому что на юге, мне кажется, на юге Англии, где мы были недавно, да, Сереж? На юге Англии, там произошел лендслайд, то есть там объехала часть берега, приблизительно там, где мы ходили и снимали, когда мы ездили в Дорсет.
недалеко от Уэймуса. Поэтому это такое что дело. Там такое? Там отъехала часть берега. Помнишь, мы съезжали на юге Англии на берег? Да. Примерно в том районе часть берега съехала. Как сейчас? Ну, вот так часть шу, и съехала. Куда? В море. Как все, пока я прыгаю вниз. Нет, вниз прыгать не будем. Там вон тоже море. Это мы получаемся на таком уголочке. На том маяке, на том острове. Ну да, там кто-то живет и присматривает за маяком. А. Да, там остров. А как там еда? Доставляют, я думаю, привозят корабликами. Мама, можно перейти через забор и прыгнуть? Нет, конечно, нельзя. Здравствуй, овечка. Не гоняй, нельзя, не гоняй. Не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не, гонять нельзя. Она же бояться будет, ты что? А почему будет гонять? Защищать, я думаю. А тут баранов нет, мне кажется, тут только овечки. Но в любом случае овечек-то нельзя гонять. Вообще овечки такие милые. Милые и трусливые, поэтому лучше не гонять. Выходим мы из этого места. Красивого, но опасного. Очень красивые скалы. Все очень красиво. Пойдем к маяку. Да. Уходим мы от этих стакс. Уже наверху. Очень красиво. Прям дух захватывает, как красиво. Корабль там. Девочки с папой убежали. Подошли мы к маяку, который самая северо-восточная часть Британии. Стоит на таком выступе. А сейчас у нас южный ветер, оказывается. Кажется, будто бы и не южный вовсе. Да. Ну вот так вот гуляем. Сейчас 18 градусов, и для них, для местных жителей, это очень тепло считается. Очень жаркий день сегодня. Не, ну сейчас не очень холодно. В море два течения сталкиваются. Там более темное, да, и более светлое с барашками. Видно разделение течений там, да. Да. Я верю, верю, Наталья, что ты видишь. Да. Нет, еще, ну, еще там английские еще острова. Острова Великобритании. Пришли. На море, и здесь вот стоит знак Джона Гроулса. Отсюда до Land's End, это хвостик Корнуолла, самый юго-западный, 874 метра. Девочки немного утеплились и кушают. В принципе, не холодно, просто ветер так сбивает в толку. Да, вон пришел паром. Здесь папа девочкам показывает сетки, ловушки для крабов. Да, крабов ловит. Ну, вот они. И он уже не выберется, да, они туда залазят и не выбираются потом. Вот она. Тут как-то сложена такая система, где сюда-то не залазят каким-то образом, они могут вылезти и сюда проваливаться. Угу. Здесь подошли к рыбачьей лодке, они крабов наловили. Большие крабы. Держи, Нелли. Они крабов наловили, вот они крабы. Они их достают, ставят на них какие-то бирки. И скидывать, наверное, готовят на продажу. Вот они накидывают. Мы такие держать не будем, Оля. Ну, они знают, как держать. Ага, мне так. А где тебе понравилось? Что тебе больше всего понравилось? Смотри, на вид. На вид? А там, где стекс. А тебе понравилась палатка? Мы сегодня в палатке будем спать, да? А куда мы завтра поедем, Аль, ты помнишь? На юга. По северному берегу, к западному. И там будет красивый пляж. А сейчас мы покушаем, поужинаем. И пойдем в палатку. Да. Ну что? На конце зимы пьем Starbucks. Да. Подписывайтесь на канал, не забывайте подписаться. Уже поужинать и в палатку отдыхать, но девочек еще энергия идет ключом, поэтому пришли на море,
На море здесь у нас песочек такой вот, крошка такая, камни и попадаются ракушки. Ракушки сейчас я вам покажу. Ну-ка, мы их наберем тоже, сделаем себе баночку с ракушками, мы делаем это всюду, откуда мы приезжаем. Вот, а там закат. Это там как раз кафе, где мы ужинали. Паром туда приходит. Вот, а здесь такой вот каменистый берег. Посмотрим на закатное небо и подышим северным морем.